Наши господа, я вас люблю и целовать. Для этого эксперимента нам понадобится тарелочка с водой. Тут мы ее подкрасили, чтобы было еще красивее. Тебе нравится? Ну, возьмем кусочек пластилина. Это просто будет девочке Микки Маус за этим наблюдать. Мы возьмем кусочек пластилина, Лер. Давай, сделай пирамидку из спичек. Сделаешь? Давай. Раз, два, три. И? Четыре. Правильно. Давай их согнем все вместе. Давай. Красиво будет. И что будем теперь делать? Не знаю. Может, подождем? Не надо. Не надо? Ты чего, боишься? Да давай подождем. Ну, один разочек. Хорошо, только я отойду. Да. Не отходи, иди сюда поближе. Давай я подальше отодвину от тебя. Нет, иди сюда. Чего ты испугалась? Я буду вот здесь. Все, вот здесь, садись. Вообще. Все, нормально? Нет. Не боишься? Внутри горят, да? Как и теперь берем стакан и накрываем. Горячая вода там, да? Стакан, смотри, забрал всю водичку, да? Ты видишь? Почти ничего не осталось в тарелке. Знаешь почему? Нет. Спички сожгли весь воздух, его создалось отрицательное давление, и оно всосало вовнутрь воду из тарелки. Ты поднимай крышку. Поднимать? Да ты не уходи, стой здесь. Поднимаем? Да. Давай. Да что тут будет? Выльется и все. Смотри. Ой, дым еще пошел. Уходи. Подписывайтесь на наш канал и еще смотрите на нас.